62-летняя Ирина Ватрушкина свой профессиональный праздник каждый год отмечает как день рождения. С размахом и в кругу близких. Женщина больше 30 лет своей жизни отдала легкой промышленности. Окончив 9 классов, Ирина, уже тогда не задумываясь, решила стать швеей. Поступила в одно из ульяновских училищ, после прошла практику на текстильном предприятии. Там же осталась, но уже в качестве штатного сотрудника. Сейчас Ирина Александровна работает мастером-технологом и заведует бригадой. У меня бригада, в бригаде 24 человека. Как, у каждого есть своя операция, так скажем. И каждое утро даю задание на целый день, что нужно кроить. Сейчас у нас ассортимент, на данный момент мы кроим школьную форму, ассортимента много, много интересного, много новых моделей. В нашей съемочной группе швея призналась, мысли все бросить и уйти у нее никогда не было. Ведь любовь к иголкам, тканям и ниткам у нее зародилась еще в детстве. Такого желания нет. С самого детства, можно сказать, со школьной скамьи, я шила своими руками дома, мне это нравилось. И до сих пор я работаю, мне нравится моя профессия. Это, наверное, призвание. Не у каждого человека, наверное, есть любимая профессия, все равно ее надо любить. Если ты ее не любишь, то, мне кажется, не получится все равно. Любовь к профессии женщина передала своей единственной дочке Наталье, тем самым став родоначальницей династии швеевых семьи. Раньше, когда я была маленькая, она постоянно дома шила много игрушек, которые до сих пор у меня сохранились. Мне это очень было интересно и очень нравилось. Потом она меня брала с собой к себе на предприятие, я ходила с ней на работу. Потом в раскроенном цехе освободилось место. Мне предложили сюда прийти. Я согласилась с удовольствием. До сих пор здесь работают. Сначала девушка работала настильщицей в цехе, а с появлением раскроенного комплекса перешла на должность оператора. Я наблюдаю за машиной, чтобы вырезала костюмы, брюки, юбки, весь костюм. Интересно было, когда меня здесь обучали, было интересно. Там нам была ручная работа, сюда здесь более интереснее. С мамой плечом к плечу они вместе трудятся уже 10 лет. На службе Наталья не позволяет себе назвать Ирину Александровну мамой. Тут она для нее начальница. Все родственные отношения не стараются оставлять дома. К тому же дома подрастает уже следующая швея, дочка Натальи. Малышка, как и ее мама, в детстве питает интерес к работе. Не знаю даже. Она сама хочет. Ей нравится здесь. Она приходила не раз. Ей очень нравится здесь. Каждый раз просит. Сегодня в Ульяновской области насчитывается порядка 10 крупных и средних предприятий легкой промышленности. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Управды ТВ.